«Несущая свет». В «Горячем ключе» началась подготовка к съемкам фильма «Аршалусь». Аршалусь Киворковна Ханжиян – почетная гражданка «Горячего ключа». О ее жизненном подвиге знает практически любой житель города-курорта, а также многие кубанцы. В настоящее время готовится к производству фильм «Аршалусь», который снимается силами краснодарской кинокомпании документально-игрового кино «Хайк». Мы просто обязаны вместе притворить этот проект в жизнь. Мы должны тем солдатам, которые бились насмерть в горах Кавказа в августе 1942-го, сдерживая немцев, рвущихся к морю и туапсинской нефти. Мы обязаны воздать дань памяти той хрупкой женщине, ставшей легендой еще при жизни. Уже собран весь фактический материал. Отснята натура, найдена и отобрана документальная хроника. Но поскольку фильм будет в большей степени игровой, необходимы дополнительные средства на закупку аутентичного реквизита и оплату актерам. Друзья, с помощью платформы «Планета» мы предлагаем вам принять участие в этом уникальном проекте создания документально-игрового фильма «Аршалусь». Для этого необходимо зайти на сайт planeta.ru и набрать в поисковом окне «Съемки фильма «Аршалусь». Здесь вы получите всю необходимую информацию, в том числе и о том, как поддержать материально народный проект.